Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кей. Мы сегодня снова сели на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Мы у них здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить по промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет реально интересный видосик, потому что такой формат я увидел другого ютубера и решил тоже попробовать, потому что задумка реально очень интересная и будет классно посмотреть, как это произойдет на другом серваке. То есть тот ютубер, это Валкер получается, он снимал, я не помню, на третьем либо на четвертом серваке, а я буду снимать на первом подобное. То есть реально задумка интересная, поэтому я решил попробовать тоже в принципе такое записать. Надеюсь, то, что вам такая идея понравится, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В чем вообще задумка данного ролика? Задумка в том, то, что я буду брать, записывать ID машин, которые стоят в автосалонах, и буду телепортировать их в людные места. На БУ рынок там и так далее, может быть на, получается, центральный рынок там и так далее. То есть реально будет интересно посмотреть, будут ли вообще люди покупать машины по ГОСУ. Поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я записал несколько автомобилей. Здесь очень много людей, онлайн 400 человек. И сейчас я просто буду в толпу телепортировать машины. Просто ее телепортируем, она здесь будет стоять, получается, по ГОСУ. То есть посмотрим, будет ли ее кто-то покупать вообще. То есть реально Нива просто по ГОСУ стоит, и ее как бы кто-то может себе купить. Ну то есть это реально прикольно. Вот, допустим, Нива стоит. Но реально видос, пацаны, интересный, согласитесь, типа, ну, вообще непонятно, кто что будет делать. То есть, ну это реально прикольно. Поэтому сейчас просто будем смотреть. Смотрите, он ее купит или нет. Смотрите, просто Нива по ГОСУ стоит. Какой-то пацанчик решил сесть в эту машину. Давайте еще раз сюда и другую машину уже телепортируем просто и посмотрим. 326 машину телепортируем сюда. Вот, я телепортировал сюда вот такую вот тачку, короче. Сейчас две машины просто здесь как бы стоят по ГОСУ цене, потому что я их телепортировал с автосалона. Короче, вот люди садятся в машину, они не покупают. Как бы вот стоит одна машина, там стоит другая. То есть люди садятся в машину, просто в ахуе, наверное, становятся и все. И не покупают эти машины. То есть пока что ни одну из этих машин еще не купили. Давайте еще, я думаю, одну тачку телепортируем. Я честно думал, будет реакция как-то поинтересней. Вот 145, короче, газель стоит тоже по ГОСУ. То есть сейчас на авторынке стоит, получается, три машины по ГОСУ просто. Но их никто не покупает. Смотрите, вот еще в другую машину садится и выходит просто, видите? То есть покупать они эти машины не хотят. Но давайте тогда телепортируемся на другой автосалон и посмотрим, точнее, на БУ рынок и посмотрим, как бы, как там будут люди реагировать. Ну что ж, здесь уже людей, в принципе, наверное, побольше, либо также. Давайте сейчас просто заходим вот сюда. Вот 145 ID получается. Вот машинка появилась просто по ГОСУ. Давайте еще одну. Еще одна тачка появилась. Нихера себе. Вот это поворот. Так, давайте еще последнюю машину телепортируем. Просто, смотрите, машины по ГОСУ стоят как бы. Ну то есть эта машина мешает как бы проезду, но я думаю, в этом ничего такого нету. Но здесь просто три тачки по ГОСУ стоят, понимаете? С автосалона, которые... Ну, блин, реально прикольно. Если бы я, наверное, бегал бы обычным игроком, я бы типа такой, чё? Машины по ГОСУ стоят? Не понял такой. Но люди, видите, здесь даже не садятся в эти машины. То есть им, я так понял, неинтересно. На рынке эконом-класса люди хотя бы в машины садились, а здесь как бы люди вообще, я так понял, никак не реагируют. Короче, на авторынке у нас ничего не получилось, я какой-то прям крутой реакции не увидел. Я думаю, вы тоже как бы заметили. Люди просто, да, садились там, смотрели, обсуждали, но никто не купил машину. Так, давайте еще одну телепортируем. 273, да, например. Так, и еще последнюю. Просто тачки заспавнились, понимаете? Ого! Смотрите, о! Зашибись. Нормально вообще. Вот эта реакция мне уже нравится. Акена? Нет, это не Акена, это я. Кирилл Гейм получается. Но видите, никто не покупает. Как бы машины стоят, они вот смотрят, но никто не покупает. Вот такая вот реакция мне нравится. Если бы все так реагировали, ебать. А Кен или кто? Вот это уже интересная реакция, пацаны. Норм. Вот это уже реально интересная реакция. Вот это прям мне очень нравится. То есть, если бы люди все так реагировали, было бы реально очень круто. Было бы реально очень круто, поэтому, к сожалению, не у всех такая реакция, как бы. Я не знаю, где еще есть много людей, но я заметил то, что много людей здесь только, ну, типа, есть на БУ рынках и... Получается, на центральном рынке и все. Может быть, еще есть какие-то места. Я, может, постараюсь поискать. Просто машины стоят и продаются, понимаете? Не на БУ рынке, не на автосалоне, а просто на центральном рынке.
Смотрите, просто люди вот садятся в машины, врум-рум. Вот здесь реакция реально прикольная. Мне очень сильно нравится, то есть... Так, Волга пропала, короче, точнее, Газель пропала. Мы, походу, админам репорт написали, и они машину убирают. Не, ну реакция, пацаны, здесь реально самая яркая была просто на центральном рынке. Вот мне просто реакция очень сильно понравилась. Как бы меня перепутали все другим ютубером. А я, мне интересно, Газель как бы убрали, или ее только кто-то купил вообще? Ну реально, видос, мне кажется, получился, потому что какой-то реакции мы все равно получили, как бы. Но меня это реально улыбнуло, не знаю, как вас, но меня реально улыбнуло. На рынках, на бурынках, почему-то мы реакции никакой толком не увидели. А вот здесь реально люди такие, чего, что, блять, там и так далее. Ну, то есть это реально круто, пацаны. Мне, короче, в голову пришла очень тупая идея просто взять и машину телепортировать в больницу. И посмотреть там реакцию, потому что там должно быть тоже много людей. Нихера себе. Просто тачка в больнице стоит. Смотрите просто на реакцию людей. Такие смотрят, чего, блядь? И тут просто Волга, понимаете? Точнее, Газель стоит на втором этаже. И на первом этаже еще стоит другая машина. То есть, ну, это реально жестко, пацаны, согласитесь? Не, ну, прикольно. Ну, реакции пока что никакой нету, как бы. Они просто, как бы, смотрят и все. А на втором этаже просто стоит Газель. Смотрите, садится в машину. Там уже админы пишут в чат, получается. Ну что ж, на этом, я думаю, можно заканчивать данный ролик. Мне кажется, получилось очень прикольно. Да, возможно, не сильно эмоционально, но получилось прикольно. И подобного я, в принципе, мало где видел, тем более в КРМП. Поэтому, мне кажется, ролик реально получился. С вас обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Играйте вместе со мной в проекте Родин Ролеплей. Буду рад всех видеть. Всем пока-пока.